Итак, да, действительно подтягиваются нижние гайки, верхние вообще не трогаем. Нижнюю можно будет чуть-чуть ослабить со временем. Одну, вторую, вот это третья и там вот четвертая. Значит, сюда и сюда, сюда и сюда, сюда и сюда на место сгибов. И также с этой стороны здесь и здесь. Смазка обычная силиконовая, глубоко проникающая. Вот такая. Ну, то есть берем вот так вот, чуть-чуть пшикаем. Ее хватает надолго. Ну и, соответственно, здесь тоже. Вот, ну и смотрим. Сейчас вот одним пальчиком работает.